В минувшие выходные в Химках отметили День физкультурника. В микрорайонах округа провели спортивные соревнования среди жителей. Главной площадкой стал парк имени Величко на Сходне. Вы знаете, мы его проводим все время на Сходне, потому что здесь как бы жители более коренные. Если уже Химки – это как Москва, там люди разъезжаются именно вот в выходные дни, то здесь вот по старинке жители выходные дни проводят именно в парке свой досуг. Идея проводить массовые любительские соревнования в честь Дня физкультурника появилась еще в 1939 году. В Химках эту традицию чтут, поэтому каждую вторую субботу августа жители выходят состязаться в разных видах спорта. Сегодня это настольный теннис, шашки, шахматы, армрестлинг и гиревой спорт. Дождь не стал помехой для любителей здорового образа жизни. Например, на футбольный турнир записалось целых 7 любительских команд. А вот и профессионалы, чемпионы России и мира. В пресс-центре арены Химки получают заслуженную награду от руководства округа. Среди них как ветераны спорта, так и совсем молодые люди. Михаил Гладилин еще школьник, но уже бронзовый призер первенства России по фехтованию на саблях. Вторая страсть Михаила – физика. Сейчас усиленно готовится к поступлению в МФТИ. Некоторые говорят, что совершать и учебу, хороший спорт невозможно. Я так не считаю. Я думаю, то, что можешь делать и то параллельно. Конечно, надо отдавать чему-то приоритет, но я считаю, то, что в спорте тоже можно очень хорошо преуспевать. Будут награждать за спортивную доблесть. Вот. Ну, это было очень неожиданно и довольно-таки приятно для меня, поэтому я счастлив, да. Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил всех спортсменов с Днем физкультурника, вручил благодарности и знаки отличия. И на 1 сентября и футболисты, и баскетболисты, и фехтовальщики приходят и открывают сегодня с нами вместе школы. Дети видят их образ жизни, и все сегодня видят спортивный вектор. Поэтому наша с вами задача и уважаемых ветеранов спорта, и молодежи, которая также находится здесь сегодня, поддерживать эту тему, развивать ее и давать ей максимальный ход. Сегодня Химки – один из самых спортивных муниципалитетов региона. Каждый год в округе проводят около 4000 мероприятий. Строят спортобъекты. Это приносит результат. За первую половину этого года спортсмены Химок завоевали более 300 медалей. 125 из них – золотые. Дети, которые выигрывают соревнования всероссийские, международные, часто мы начинаем слышать, что это именно воспитанники химкинских школ. Поэтому, конечно, Химки – это действительно спортивный город, в котором очень много спортсменов. И, в принципе, все люди, которые здесь живут, так-то, как-то где-то задействованы в спорте. Также глава преподнес сертификат на получение нового оборудования Химкинской спортивной школе по техническим видам спорта. Две моторные лодки и к ним 5 навесных двигателей помогут школе приумножить спортивную славу Химок. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.